Итак, привет. Сзади нас находится желтый череп-ключ. Давайте его добудем. Нам нужно сюда. Расстреляем чувака, возьмем дробовик и давайте немножко приберем эти коридоры. Аккуратненько, не спеша. Миниган. Расстреляем здесь заранее, ребят. И вот сам коридорчики тоже. Там и так достаточно злобно. Итак, идем в этот коридор. Здесь лифт. Спускаемся на... Ай! Спускаемся на самый нижний этаж. Вот в этом коридоре будет ловушка с телепортирующимися врагами. Итак. Так, это должны быть все. Поднимаемся на лифте сначала. Идем направо, потому что броня. А потом уже вот он туда. Здесь тоже коридор с врагами. Пройдем чуть дальше. Откроется стены справа. Так, здесь переключатель, который строит здесь ступеньки. И нужно тут забрать всякое. Заходим сюда и здесь тупик. Да? Так мы думаем, но эта удобная стрелочка показывает, что нам нужно просто открыть ту стену. Геймдизайн. А вот здесь надо аккуратно пройти по краю, чтобы не попасть в яму, а то по доброй традиции она из нее не выбраться. Итак, мы вернули стартовую зону, забрали ключ, аккуратненько возвращаемся обратно. И вот эта стена является нашим старым знакомым лифтом. И сейчас мы возьмем средний этаж, где нас кусили в задницу. Пытаемся убить Тевхелину так быстро, как сможем. Хорошо. Сейчас откроется коридор, где мы заранее всех перебили в самом начале. И вот этим переключателем можно открыть проход. Вот в этой вот коморочке лежит синий ключ и куча боеприпасов. Мило. Итак, на этой карте есть единственный секрет, представьте себе. Вот эти вот стены справа выглядят ровненько. Вот видите, да? А здесь немножко нет. И мы, конечно, попытаемся ее открыть, но внезапно нужен красный ключ. Благо, он недалеко. Я покажу. Заходим сюда. Используем синий ключ, чтобы зайти сюда и просто забираем красный. Теперь мы открываем эту стену. Убиваем всех ребят. Забираем мегасферу. Да, у нас есть все ключи. Возвращаемся в стартовую локацию и берем уже правую дверь. Здесь три пинки. И один спектр. Убиваем этих имбов. Вот этой кнопкой опускаем платформу, на которой они стояли. Забираем здесь ракетницу. И спускаемся вниз. Выходим на улицу. Тут импы. И о, ребята, я и ждал. Надо же, две ракеты пережил. Пускаем ракету туда, а остальных просто выкашиваем из минигана. Все, да, остался один противник. Он за этой дверью, скорее всего, имп или зомби, как обычно, или... Ох, твою мать. Да, злобно, но ничего, покидаем уровень. На самом деле, не злобно, конечно.
вполне себе простое расположение арчвей, вот. Ну, ничего страшного. Но опять же, мало что могу сказать. Более-менее интересный уровень. Вполне себе мог где-нибудь Doom 2 затесаться, он примерно в таком же стиле, как и некоторые карты тогдашние. Но проблем с ней не возникло. Собственно, да. Это на сегодня все. Спасибо за просмотр. И всего доброго.